Привет, друзья! Крит летим на 11 июля. Такси на Дубровку заказывали? Вот так нам приходится. Сегодня у нас 11 июля. Я еду на экскурсию. Одни из первых туристов из Бельгии. Вот в таком виде. Сейчас надо работать. Честно сказать, маску даже во время карантина не носил, так как Крит не болел. Георгиуполе. Часовня Святого Николая. В озере Курнас есть две расщелины. Через одну расщелину озеро пополняется водой, а через другую расщелину вода выходит. Идет 4 километра под землей, и вот в районе Георгиуполя образуют родники. Что интересно, в этих родниках вода почему-то немного соленая. Эвкалиптовая аллея Георгиуполя. Посажена для того, чтобы сделать своеобразную систему мелиорации. Посажен в начале 20 века. Яшис, ты канец? Георгиуполе, Каливаки Бич. Самый крайний пляж. Сегодня везде штормит, но здесь спокойно. Но какая особенность? Водичка холодная, так как здесь впадает река. В этой речке и змеи есть. Чего? Как раз вот под этими кустами. Мы находимся в Георгиуполе, крайний Каливаки пляж, и видите, в море впадают родники. Что интересно, вода немного соленая. Это явление изучают ученые. Часто здесь проводятся семинары. Вот такое интересное. Возможно, она минеральная.